Не, этот он советского периода уже этот самовар. А шишечки как используются? А сейчас его разожжем. Товарищи. Тепло. Отправляла. Приедет. Все. Теперь нам плюс. Процесс? Да. Сапог будет? Не. Без сапога? Сапог это прошлый век. Как? Теперь как просто ты? Натяги на внутренний. Да? Самое главное, чтобы труба работала, остальное не важно, высасывает. Можно было сапог заменить большой трубой. Вентилятором. Но не догадались. Труба будет трехметровая, там будет такая дело, что вода будет. Испарится? Ну что, давай масло пока кабачки. Не буду я ничего маслить. Ну а кто будет? Не знаю. Не хочу. Теперь проводим из ромашка. Начинается. Так. Все, процесс пошел. Можно от ветра отвернуть, чтобы не задувало туда. В 11-м цеху уже вальцевали. Она даже вальцевана. Чем бутылку убрать? Поставить другую бутылку. И медведя. Никто не выбрасывает. Где они? Выбросили. Осталось два гурта. Я целый порезал. Съели, значит, они выбросили. Зайди отсюда. И труба вот эта должна быть. Я рассказываю. Вот я ездил где-то... В 2000-х годах вначале в Москву. Это как раз на Моросейке там ремонт. Поэтому они без шлема. Ну, пофигу. Большой родник на вторую поле. Вот этим самым полем, как убивается, как бы побежит.